Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль». Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, водосточной системы и доборных элементов. Поселок Заокский, Нечаевское шоссе, 19. Партнер программы «Банк Рост». Подними свой доход с банком «Рост». Вклад «Рост 2012». Высокий процент, выгодные условия. Город Тула, проспект Ленина, 74, улица Фрунзе, 6. Добрый вечер, в эфире прогноз погоды. В центре России календарная зима началась весьма необычно. Снегопад сменил дождь, затем с приходом теплого воздуха снег начал интенсивно таять. Завтра погода существенно не изменится. Нас ждет пасмурный ненастный день, временами возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега или дождя. Этой ночью в Туле до 8 градусов мороза, по области до минус 9. После полудня в Туле 0-2, по области до минус 3. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Новый год уже совсем близко, поэтому стоит уже сегодня подумать о праздничном наряде. Приходите в магазин «Дамское счастье». В эти дни там новая коллекция вечерних платьев. Город Тула, улица Плеханова, дом 45А, остановка Степанова. На этом у меня все. Оставайтесь с нами, не переключайте канал. Я желаю вам хорошего настроения. До свидания.